Эфир канала ОТС продолжают информационные итоги дня. В студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте и коротко о главных темах этого выпуска. Материалы предусмотрены классные. Детское игровое оборудование классное. То есть этот проект будет действительно участвовать, я думаю, что не только, возможно, в российских конкурсах, но и международных конкурсах по благоустройству территорий. Федеральные деньги позволят разбить новый городской парк раньше графика. Как меняется огромная территория возле новой ледовой арены. Вот она баня, вот окно, вот труба, вот мое окно. У меня там спальня. Самое такое место проветриваемое, что я не могу его открыть. Вместе с земельным участком получили судебные тяжбы. Что не могут поделить соседи на станции Мочище? Тыква, та культура, с уборкой которой задерживаться ни в коем случае нельзя, поскольку даже маленький мороз в минус один градус он повреждает. Горячая пора в прохладную погоду. Советы агронома, когда убирать корнеплоды и чем удобрить землю в осенний сезон. Подготовку к весеннему паводку начинают уже сейчас. Нужно обеспечить безопасность гидротехнических сооружений. Их на территории нашей области 109, 16 объектов до недавнего времени оставались бесхозными. На сегодняшний день найти управленцев нужно для 5. Сегодня губернатор Андрей Травников поручил администрациям Искитимского, Колыванского, Каргатского и Чановского района принять срочные меры по оформлению сооружений в собственность. Это значит, что появятся ответственные за состояние плотин и водопропускных труб. А органы местного самоуправления обязаны подготовить гидротехнические сооружения к пропуску паводка в следующем году. Кроме того, в Министерстве природы должны провести исследования и необходимые экспертизы для прогноза колебаний уровня озера Чины, крупнейшего на территории области. Больше 2000 деревьев и кустарников, несколько сотен опор освещения и спортивные площадки появятся в парке у новой ледовой арены. Сегодня журналистам рассказали и показали, как продвигается строительство. Успеют ли сдать объект вовремя, расскажет Дмитрий Белькевич. Тяжелая техника и десятки рабочих задействованы на строительстве парка у многофункциональной ледовой арены в Новосибирске. Площадь благоустройства превышает 15 гектаров. Это в 2 с лишним раза больше площади, попавшей под реновацию в Заельцовском бору. По плану на месте высадят 1100 деревьев, примерно столько же кустарников, установят освещение скамейки. Будет даже Wi-Fi зона для того, чтобы жители и гости города могли с комфортом провести здесь время. Главное, чтобы была возможность сюда добраться. К парку стоимостью почти в 500 000 000 рублей подведут целый транспортный узел. Сейчас занимаются обустройством развязки на площади Лыщинского и работают над дамбой Октябрьского моста, строят станцию метро. Мы даже пересматриваем схему транспорта, движения на левом берегу и в городе Новосибирске. Существенно будут изменены маршруты с тем, чтобы разгрузить площадь Маркса. Площадь Маркса, метро Маркса, сегодня перегружена. К настоящему времени выполнили большой объем земляных работ. Пришлось повышать уровень площадок, иначе парк весной попросту затопило бы. Протянули около 7 километров электрического кабеля. Готовность самого парка на данный момент около 47%. Это дает надежду рассчитывать на то, что сдадут объект раньше, чем планируется. А именно не к концу будущего лета, а уже ко дню города. Материалы предусмотрены классные. Детское игровое оборудование классное. То есть этот проект будет действительно участвовать, я думаю, что не только, возможно, в российских конкурсах, но и международных конкурсах по благоустройству территорий. С финансированием строительства проблем нет. Федеральные средства поступают вовремя и в нужном объеме даже после корректировки проекта. Но и это не главное. Важно, что новый парк станет прекрасным местом для людей всех возрастов. Дмитрий Белькевич, Алексей Баженов. Новости ОТС. Тем временем любители волейбола сделали свой выбор. Официальным талисманом чемпионата мира 2022 года в России стал «Тигр». Болельщики в течение нескольких недель голосовали за маскот на официальном сайте турнира. В итоге большинство голосов получил «Тигр». Второе место досталось «Медведю», аутсайдер голосования «Робот». В общей сложности участие в опросе приняли больше 100 тысяч человек. Имя талисмана будет объявлено позже. Напомню, чемпионат мира по волейболу стартует в России меньше, чем через год. Обратный отсчет запущен. Символические часы установлены во всех 10 городах-организаторах, в том числе и Новосибирске. Столица нашего региона примет матчи группового этапа. Какие именно, станет известно после жеребьевки турнира. Продолжаем выпуск. В Берске сегодня проводят профилактический осмотр населения. В городе высадился десант врачей самых разных специальностей. О работе передвижного диагностического комплекса в городе «Спутники» сюжет Екатерины Ставко.
Наталья Викторовна ждет своей очереди на маммографию, проходит диспансеризацию. Женщина рассказывает, за здоровьем тщательно следит, поэтому сегодняшнюю медицинскую акцию пропустить не могла. В общем, очень много врачей и все в одном месте, не надо ездить по разным больницам. Нас это очень устраивает. Мы очень благодарны тому, кто это устроил. На улице Гранитной в Бердске сразу три передвижных диагностических комплекса. В одном можно пройти флюорографию и маммографию, в другом проверить родинки и узнать свой ВИЧ-статус. А в самой большой машине работают окулисты, кардиологи, гинекологи. Есть даже процедурный кабинет. А в ходе диспансеризации можно сдать общий анализ крови из вены. Врачи проверят уровень сахара, холестерин. За результатами необходимо обратиться по месту жительства. Особое внимание врачи уделяют людям, переболевшим коронавирусом. Постковидный синдром бьет по разным органам. Чаще всего страдают легкие и нервная система. Слабость беспокоит, головные боли, беспокоит быструю утомляемость. Мы объясняем пациентам, что надо будет обратиться к терапевту, и все наши рекомендации, которые мы даем, они будут уже воплощены в жизнь. Результаты обследований сохраняют в единой базе медицинских данных, поэтому врачи на местах смогут продолжить лечение. В начале сентября в нашем регионе возобновили плановые профилактические осмотры и запустили акцию «Заботимся о здоровье вместе». Мобильные бригады медиков будут ездить по Новосибирску и районам области. Это такая доступное мероприятие, когда гражданин может прийти, проверить свое здоровье, узнать свои риски и уже дальше пойти либо на диспансерное наблюдение, либо получить рекомендации по дальнейшему образу жизни. Для пациентов такие обследования бесплатные. Все в рамках ОМС. Второй этап диспансеризации можно будет пройти уже в своей поликлинике. В Бердске врачи проведут еще сутки, а в ближайшие две недели проедут не только по Новосибирскому району. В самом мегаполисе тоже сделают несколько остановок. Узнать график можно на сайте регионального Минздрава. Екатерина Стывко, Алексей Зубило, новости ОТС. В редакцию новостей ОТС обратилась многодетная семья. Люди рассказали, в районе станции Мачи еще несколько лет назад они купили участок под постройку собственного дома. Однако, как выяснилось позднее, вместе с земельным наделом покупатели приобрели и судебные разбирательства с соседями. 16,84. То есть 16 метров 84 сантиметра получается? Да. А должно быть? 18,25. 18,25. Пустующий участок семья Шаталовых купила в 2016 году. То, что соседские постройки выходят за границы, заметили сразу. Предмет конфликта – вот эта полоса земли шириной чуть меньше 2 метров. Сейчас на этой территории стоит старый гараж, баня, другие постройки. И даже в длину этот участок выделяется из общего ряда, залезая на пешеходную тропинку. Шаталовы были уверены, свои постройки соседям придется убрать, поэтому дом начали строить в строгом соответствии с градостроительным планом, отступив 3 метра от границ участка, указанных в документах. Но на деле оказалось, что до соседской бани можно в прямом смысле дотянуться рукой. Вот она баня, вот окно, вот труба, вот мое окно. У меня там спальня. Самое такое место проветриваемое, что я не могу его открыть. Открываю, раз дымом запахло, все, я быстрее все закрывать. То есть потолки желтеют сразу. Комиссия из местной администрации нарушений не нашла. Мы им поясняем, что о нарушениях. Они отворачивают голову и про свое. Я им показываю про нарушение, что они выступили. Они говорят, это не ваши проблемы. Вместо мирного решения конфликта получили судебный иск. Собственник соседнего участка Валерий Толмачев жалуется, с крыши строящегося дома падает снег и требует ставить снегозащиту, а спорную территорию считает своей. Градостроительный план, межевание о том, что участок... Ну что они показывают? Ну я говорю, вот они судились, суд признал, что неправильно там, как говорится, они отмежевались. По мнению суда, с момента построек на спорной территории прошло больше 15 лет, а значит, все должно остаться как есть. Ну тут нету 15 лет и более. То есть там по документам юрист доказывал это все, пытался вызвать эксперта на суд. Суд отказал. Несмотря на судебные решения, семья Шаталовых не опускает руки. Кассационная жалоба в суд и заявление в прокуратуру уже написаны. Станислав Блинов, Алексей Зубило, новости ОТС. В эфире новости. Смотрите далее в нашем выпуске. Всего же в новое жилье переедет более 3000 жителей Новосибирской области. И фактически в регионе вообще не останется жилого фонда, признанного аварийным до 2017 года. Но это же не про ДДТ спектакль, это просто действительно история такого молодого, когда-то рок-музыканта,
Ну, это о вечной молодости. Почему птицу с зелено-желтым оперением назвали синица? Ведь ничего синего в ней нет. Дело в том, что названия многих пернатых произошли от звуков, которые они издают. Программу по расселению из аварийного и ветхого жилья ускорят в два раза. То есть то, что планировалось за 4 года, сделают за 2. Госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ» в конце августа включила Новосибирскую область в перечень регионов досрочного расселения. Другими словами, федеральные субсидии, почти 2,5 миллиарда, которые должны были выделять частями до 2025 года, поступят в регион в ближайшие 2 года. При этом 700 миллионов уже распределили по областным городам. Это не только Новосибирск, но и Искитим, Куйбышев, Болотное. Порядка 20 регионов в России участвуют в ускоренной программе на сегодняшний день. Значит, критерии участия в ускоренной программе, самый главный критерий – это отсутствие каких-то долгов или замечаний перед госкорпорацией по предыдущим программам. Долги – это незавершенное расселение, когда деньги выделены, а жители остались на местах. В последнее время это связано с повышением стоимости нового жилья, цен на стройматериалы. В нашем регионе этого удалось избежать, в том числе и благодаря софинансированию из областного бюджета. И принятую программу досрочного расселения регион поддержит почти на 200 миллионов рублей. По моей оценке, исходя вот из стоимости квадратных метров, порядка 7-8% это будет софинансирование здесь на нашем уровне. За 2 года в области планируют расселить 55 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Больше половины домов находятся в Новосибирске. Благодаря федеральной программе уже в ближайшие пару лет будут расселены 7 деревянных двухэтажек в 4-м и 5-м переулках Римского-Корсакова. Всего же в новое жилье переедет более 3000 жителей Новосибирской области. И фактически в регионе вообще не останется жилого фонда, признанного аварийным до 2017 года. Что позволит сыграть на опережение. Уже в 2022 году регион будет расселять ежегодно больше площади, чем признается аварийными. Александр Попов, Борис Гладких, новости ОТС. Сейчас короткая реклама и вернемся к выпуску новостей. Что такое семья? Это ответственность. Получите максимум от своих сбережений. Откройте вклад на выгодных условиях для себя и своих близких. Мечтайте, планируйте, сберегайте. Осень – время сбора урожая, однако далеко не все культуры в наших широтах, по мнению специалистов, пора снимать с грядок. Каким овощам уже пора в закрома? И как подготовить почву в зиму, чтобы в следующем году она была плодородной, выяснили наши корреспонденты. Свекла, морковь, тыква, картофель – корнеплоды, которые огородники традиционно выкапывают осенью. При этом не все знают, какое время наиболее подходящее для сбора урожая. Вот тыква – та культура, с уборкой которой задерживаться никоим в случае нельзя, поскольку даже маленький мороз в -1 градус, он повреждает листья, ну и чуть, если сильнее, то и повреждает замечательные, вкусные плоды. Поэтому, уважаемые садоводы, пора убирать тыкву. Из культур, растущих не в земле, поспел виноград. Растение многолетнее, а потому после сбора ягод лозу необходимо укрыть, чтобы кусты не замерзли в суровую сибирскую зиму. Опытные хозяйственники предпочитают использовать обычную целлофановую пленку, а для утепления закладывают ее сверху ботвой томатов. Многие садоводы собирают свеклу в начале осени, однако агрономы уверены, что это слишком рано. Собирать урожай нужно в конце, перед заморозками, и хранить свеклу необходимо в погребе при температуре не выше +1 градуса. Свекольные листья лучше не выбрасывать, их можно пустить на благо будущему урожаю. Ботва станет прекрасным удобрением. Она очень богата всеми питательными веществами. И азотом, и фосфором, и калием, и микро, и, ну, естественно, макроэлементами. Поэтому лучше удобрения, я вам скажу, нет. Ботву кладут в перепаханную после сбора урожая землю. Стебли агрономы советуют порубить. Так процесс пойдет быстрее. И так ряд за рядом происходит у нас внесение своих собственных сидеральных удобрений. То есть здесь значительно улучшается
микробиологическая флора в почве. Сюда подтягиваются разные червячки, разные микробы. И начинается вот эта почвенная кухня, что очень важно для будущих растений. Удобрять землю нужно не только весной перед посадкой овощей, но и осенью после сбора урожая. Использовать можно как перегной и животные удобрения, так и сидеральные. Высаживать гречиху и другие быстровосходящие культуры. Это предотвращает вымывание из почвы полезных веществ и появление сорняков. Екатерина Новгородцева, Евгений Павлов, Новости ОТС. Лидер ДДТ Юрий Шевчук получил диплом фестиваля «Золотая маска». Так, Новосибирский театр поблагодарил автора и исполнителя за триумфальное шествие мюзикла «Фома» по стране. Напомню, в основе спектакля песни и биография рок-музыканта, рассказывает Алексей Кудинов. Нам бы очень этого хотелось, конечно. Чтобы человек посмотрел на работу, как он к этому отнесется, и как пообщаться было бы очень интересно, я думаю, всем. Это интервью с исполнителем за главной роли в рок-мюзикле «Фома» мы записали весной, незадолго до поездки музыкального театра в Москву на фестиваль «Золотая маска». В какой-то степени Александр Крюков играет в спектакле самого Шевчука. Фома – персонаж выдуманный, но в основе его истории – биография рок-музыканта. Да и поет новосибирский Фома песни ДДТ. На показ спектакля в Москве Юрий Шевчук прийти не смог, но записал видеообращение к новосибирским артистам и пожелал им удачи. Итог поездки – 3 премии «Золотая маска». «Фома» признан лучшим музыкальным спектаклем страны. Юрий Шевчук, как автор мюзикла, свой диплом получил через полгода после официальной церемонии награждения перед концертом в ДКЖ. Да я настолько был рад и счастлив, что вы такие молодцы. Вот мы как-то вот в последнее время ничего все-таки не получаем. Это ваша награда на самом деле. Да какая дальше? Да что вы? Перед началом работы над «Фомой» авторы мюзикла несколько дней провели беседу с Юрием Шевчуком. Сам спектакль музыкант пока посмотрел только на видео и был рад, что у постановщиков получилась все-таки не биографическая история. Но это же не про ДДТ спектакль, это просто действительно история такого молодого, когда-то рок-музыканта, ну это о вечной молодости, в общем-то. Потому что рок-н-ролльщики умирают молодыми. Опровергая свой же тезис, Юрий Шевчук предстал перед новосибирской публикой молодым и полным энергии. Выступление ДДТ в Новосибирске должно было пройти несколько месяцев назад, но из-за ковидных ограничений и 50-процентной рассадки группе пришлось дать 2 концерта за один вечер. Сил хватило на все. По иронии судьбы, во время концерта ДДТ труппа Новосибирского музыкального театра находилась далеко от дома, на гастролях в Севастополе. Так что долгожданная встреча артистов с автором мюзикла не состоялась. Впрочем, через 2 недели Фому опять показывают в Москве. И Юрия Шевчука вновь пригласили посмотреть спектакль о рок-н-ролльной молодости. Алексей Кудинов, Александр Ведерников. Новости ОТС. Другим темам. Новую детскую площадку открыли в микрорайоне «Чистая Слобода» в рамках партийного проекта «Единая Россия. Территория детства». На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. В этих домах, как и во многих других новостройках, живет множество молодых семей. Детская площадка тут раньше, конечно же, была, еще от застройщика. Однако всем местным детям тут было не так комфортно. Новое же сооружение куда удобнее и для детишек, и для их родителей. Но она была не такого рода. Ну, то есть чисто от застройщика то, что было, по факту, то, что застройщик делает. Она была, она имела место быть, она была неплохая, но это, естественно, конечно, отличается. И лишних площадок, я думаю, не бывает. Потому что микрорайон большой, детей много, поэтому... Проект новой детской площадки разрабатывали при поддержке жителей местных домов. Они вносили свои предложения, которые повлияли на финальный облик объекта. Здесь мы советовались с жителями и 13-го, и 17-го дома, и вот со всеми близлежащими домами по поводу концепции, какой бы хотели. Ну и вот остановились на таком формате стандартной детской площадки, но... Наверное, уже более современный, нежели мы привыкли видеть во дворах в городе. Это уже 2-я площадка, которую на Чистой Слободе открыли в рамках программы «Территория детства».
В будущем за ними будут ухаживать, чтобы еще долгие годы местным детишкам было где проводить время вне школы и садика. Дмитрий Антипов, Тарас Тарасов, новости ОТС. Сейчас о новостях культуры. Филармония начнет сезон юбилейным концертом Новосибирского симфонического оркестра коллективу 65 лет. Открывать сезон оркестр будет вместе с французским пианистом Люка Дебаргом. Симфонический оркестр планирует в этом сезоне, но уже в начале 2022 года, еще раз выступить в Москве. Затем симфонический оркестр ждут у нас зимой, в феврале, в Австрии. И предполагается в мае поездка, большой тур по Великобритании. Но это пока только сейчас. Как это сложится, покажет время. Гастроли в этом сезоне планируют еще несколько филармонических коллективов. В Новосибирске и области пройдут концерты джазового, хорового, валторного, рождественского и других фестивалей. На многие приглашены известные российские и зарубежные исполнители. И филармонии надеются, что намеченные планы удастся реализовать. Хотя как будет развиваться ситуация с коронавирусом, не закроются ли опять границы, никто предсказать не может. Статусные музыканты и коллективы сегодня не избалованы предложениями. У российских исполнителей отменяют зарубежные гастроли, они с большим удовольствием едут в регионы. А значит, сезон может получиться богатым на звездные имена. Впрочем, 50-процентная рассадка зала позволяет привести далеко не всех исполнителей топ-уровня. Экономически это тоже, в общем, но поймите, нам невыгодно. К нам сейчас обращаются какие-то люди с просьбой приехать, причем у них все в порядке, так сказать, с логистикой будет. Но мы понимаем, что если у нас будет 50%, смысла никакого нет их приглашать, потому что их дорога, так сказать, и гонорар, они не войдут, так сказать, в число. «Природа и слово» – новая выставка в Новосибирском краеведческом музее. Научные сотрудники не один месяц изучали происхождение названий разных животных, растений, даже камней. Екатерина Стывко узнала, почему синицу назвали синицей и как аметист помогал грекам бороться с пьянством. Четырехклассник Дима Полевский с интересом изучает экспонаты в музее природы. За стеклами – звери, насекомые, минералы, а рядом таблички, как же именно появились их названия. Говорит, будет что обсудить с одноклассниками. Хамелеон. Хамелеон – это с греческого языка. Я это не знал раньше. Это классно, прикольно. Из языка Сократа к нам перекочевал не один десяток слов. Вот, например, аметист. Он же аметистус, то есть не пьяный. Греки считали этот камень магическим. Якобы он позволял хозяину на любом перу сохранять трезвость. Еще один популярный язык для заимствований – немецкий. Благодаря ему мы знаем, например, слова «стерлядь» и «краб». Крабль, по-моему, есть такой вот глагол. Значит, там карабкаться, копошиться. Вот отсюда и краб происходит. От тюркских народов нам тоже досталось многое. Слова «сурок», «барсук», «бурундук» и даже «нефть». А вот в славянских названиях современные угадать не так-то просто. На Руси белку звали «векша» или «виверица». Ценилась осенняя белка, перелинявшая, она такого беловатого, светлого цвета, называли «беловиверица». Вот от этой белой виверицы пошла белка. На выставке больше сотни разных экспонатов. Особенно богатая коллекция птиц. И в отличие от зверей, их названия не часто совпадают с внешним видом. Почему птицу с зелено-желтым оперением назвали синица? Ведь ничего синего в ней нет. Дело в том, что названия многих пернатых произошли от звуков, которые они издают. А птичка-синичка раньше называлась зиничка. Из-за звуков зинь-зинь. Убедиться в этом можно с помощью интерактивного стола. Этимология – наука сложная. Сотрудники музея специально выбирали слова, происхождение которых можно легко объяснить любому школьнику. Задача – заинтересовать подрастающее поколение, чтобы уже позже, услышав какое-то новое слово, они сами обратились к словарям или к сети интернет. Выставка, ну мы так надеемся, что привлечет любителей русского языка и природы. И, конечно, хотелось бы, чтобы это совпало как-то с учебным процессом. То есть, да, я думаю, что она будет интересна и школьникам, и взрослым. Выставка в Музее природы будет работать до 23 ноября. Здесь действует пушкинская карта. Екатерина Стывко, Евгений Павлов, новости ОТС.
Сегодня вечером хоккейная «Сибирь» встречается в Нижнем Новгороде с местным «Торпедом». Традиционно любая ледовая баталия в день 7 сентября, много лет, начинается с минуты молчания. Ровно 10 лет назад разбился самолет, на котором летели хоккеисты и сотрудники ярославского «Локомотива». Матч «Сибирь-Торпеда» в прямом эфире покажет канал ОТС. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по новосибирскому времени. Будем болеть за наших. И на этом я с вами прощаюсь. 7 сентября в студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание. До встречи. Здравствуйте. Прогноз на 8 сентября. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Новосибирске будет пасмурно. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Влажность 57%. Температура ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22. В последующие двое суток будет пасмурно. Временами небольшой дождь. Температура воздуха в четверг плюс 10-12, в пятницу плюс 12-14. На этом о погоде все. С вами была Ольга Савельева. Всего хорошего и до встречи. Thank you.